В Дагестане проходит вакцинация военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии против коронавирусной инфекции. В настоящее время вакцинацию военнослужащих флотилии от COVID-19 проводят медицинские специалисты в поликлинике города Каспийска. Для ее проведения назначены две прививочные бригады. В первую очередь получили вакцину военные и медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией. Военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. Завершить вакцинацию военнослужащих первым компонентом планируется 30 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба Южного военного округа.